Всем привет! Не усиделся дома. Такая вот погода, вот видите, да? Туман. Плюс 7. 11 декабря 2019 года. Решил выбраться на рыбалочку. Я и моя команда. Вот он сидит, он красавец. Да? Добрался до места назначения. Сейчас попьем кофе. И маленькая речка вот тут рядом. Сейчас возьмем кофейку. Пока будем ехать до речки, попьем кофе. Красота, свежий воздух, тишина, лишь бы рыбка клевала. Вперед! Друзья, приехал я на речку. Такой вот туман. Рыбаки есть. Машины стоят. Там машины. Сейчас выгуляем песика. Как всегда, такой вот срач. Никто за собой ничего не убирает. Соберем снасти, будем пробовать. Идем делать первый заброс. Тут, конечно, такой берег. Грязи по уши. Но надо как-то нам спуститься. Или даже не знаю. Так, первый заброс нам ничего не дал. Не решил этого отпускаться. Спущусь, потом не вылезу. Ну что, друзья, перешел я тут на сижу. Вот была сижа когда-то. Вот теперь вода упала. Спустился к самой воде. Пока тишина. Меняю приманки. Нутрии плавают здесь. Ласки эти, ленорки. Рыбка пока не хочет. Но мы отдыхаем. Даже если ничего не поймаем. Это просто отдых. Поставил рачка. Пока перебираем приманки. Там рыбачки плавают, из тумана выходят. Пока рыбка молчит, даже окунь не хочет. Вода чистая. Рассчитывал на утренний клев, но что-то сейчас уже 10:30. Стрельбы опять начались. Сейчас поставим приманочку. Я вчера сидел, думал. Ну, в принципе, я думаю, что у многих такое есть. Видите, обычная приманка. Вот идет грузик и офсетный крючок.
Вот, а я сделал грузик, офсетный крючок, но между ними поставил вот 4 колечка. И у него получается очень хорошая такая шарнирность. То есть приманка очень свободная в воде. Сейчас, если получится, я вам покажу. Благо, вода чистая. Надеюсь, видно будет. Вот она свободно в воде падает. То есть не так, как на обычном грузиле. Она полностью свободная. Ну, что-то наподобие джиг-рига. Ну, а там посмотрим. Будет ловить, не будет. Мы сейчас пойдем попьем чайку, перекусим. Уже 11:30. Может, после этого рыбка хоть как-то себя покажет. Ну а там будем смотреть. Сейчас разогреем наш примус. Поставим котелок и заварим себе лапшу с курицей. Быстрого приготовления. А потом, может быть, есть еще сардельки. Или поджарю их на примусе, так как все сырое. Взять негде дрова. Или же отварю. Поехали. Котелочек закипел. Чем удобен примус? Все везде сырое. А примус, пожалуйста. Сейчас зальем нашу лапшу. Поставим. Наверное, еще сварим сардельки. Сейчас сардельки сварим. Пока лапшичка настаивается, мы ее прикроем. Мы поставили сардельки. Отварим еще сарделек, попьем чайку. Я думаю, у нас будет шикарный обед на природе. Ну, а там будем ловить рыбку дальше, посмотрим, что с этого получится. Вот это наш обед. Сардельки отварены, я их чуть-чуть прожарил над шмелем. И лапша. Все, друзья, всем приятного аппетита. Мы сейчас перекусим и опять на воду. Ну, не на воду, а на речку ловить рыбку. Все, всем приятного аппетита. Друзья, вы будете смеяться, но она меня здесь нашла. Кися, иди сюда. На. Кушай. На лодке плавал, находила. Пешком приехал, опять нашла. Горячая, да? Да, горячая. Сейчас я тебя порву. Кися, еще будешь? На. Вообще ручная кошка. На, ешь. Варил себе. Ну ничего, она туда голодная бегает. Не все же рыбаки ей рыбу дают.
Есть такие, которые очень жадные. Даже мелочь забирают себе. Пусть кошечка кушает. Кушай, кушаем. И мы кушаем. Все, мы подкрепились, да? Сейчас пойдем рыбу ловить. Что, ну ты съела две сардельки? Ты что? Интеллигенция. Ты красивая, да? А мы пойдем рыбку ловить. Хорошая девочка. Все, смотри, какой у тебя брюхо. Ты накушалась. Все, мы покушали. Сейчас пойдем ловить рыбку. Не урчи. Все, гуляй. Гуляй. Все. Мы перекусили. Накормили кисю. Эта жопа меня находит постоянно. Куча машин. Что она ко мне подходит? Я не могу понять. Куча рыбаков. Только начал сардельки сливать воду. И она подбежала. Ну ничего, пусть кушает. А мы сейчас пройдемся еще дальше по берегу. Тут ямка идет. Может сейчас рыбка проклюнется. Вот. Вот это вот все. Это яма. Мы пойдем вон туда. В том году по осени. Вот там вот. Вон где кустик плавает на воде. Надеюсь, видно его. Там неплохие такие перепады. Пробуем. Что с этого получится, посмотрим. Ну, во всяком случае, я отдыхаю. Получаю удовольствие на свежем воздухе. Если бы еще всякие вот такие вот рыбаки не свинячили за собой, а убирали. Все же приезжают на машинах. Так, самое главное здесь не упасть. Видно, уже кто-то здесь скользил. Не хочется туда вот падать в воду, в этот обрыв. Тут такая тропинка, вот прям над обрывом. Земля мокрая, влажная. Снег растаял. Так. Нам нужно вот сюда нам спуститься надо. Будем пытаться не упасть. Не очень бы хотелось и грязным быть. Так. А тут я не знаю, я сейчас камеру выключу. Вдруг упаду. А вдруг не упаду. Да, в таких условиях я еще рыбу не ловил. Капец. Берег глиняный. Спустился. Фух, водичка чистая. Ну, будем пытать счастье здесь.
повисла рыбка большая и маленькая, но лучше большая. Вода чистейшая. Видно дно. Вообще чистая-чистая водичка. Ладно, приманка уже упала. Пробуем. Если что-то будет, ребята, я включусь. Вот тут вот. Не видно вам будет на камеру. Я вижу, стоят стайка окуней. Но они вообще не двигаются. В толще воды стоят. Сейчас поставим маленькую приманку какую-то, попробуем расшевелить. Ну что, друзья, меняю места, меняю приманки, бросал силикон, теперь игрушки, и пока тихо, очень тихо, ни одной поклевочки. Проплывал местный мужичок, он катает живца здесь, говорит, взял одну щучку, килограмма на полтора на русле. И то это утром. Но судя по тому, как я смотрел, вот окунь стоял, вода чистая, неактивен. Мимо него силиконовые приманки проводил, он даже не шелохнулся. Но ничего, мы не расстраиваемся. Пробуем. Может, где-то и нащупаем активную рыбку. Нет, мы просто отдыхаем. Сейчас бросаю игрушку самодельную. Ну, а там, наверное, опять силикон будем. Время еще пару часиков есть. Будем пробовать. Рыбачки начинают съезжаться. Вот плывет. Там вот живца катает. Так, у этого, я смотрю, на кукане что-то висит, одна щучка висит такая, с килограмм, может. Да, где-то с килограмм, не больше. Живца он катает местные, там еще он одна лодка. Что-то тяжко видно. Тяжко. Рыбка молчит. Ладно, мы не сдаемся, пробуем. Ну что, друзья, подошла к концу. И это моя рыбалка. Сегодня без рыбки. Был пойман маленький судачок, грамм 200. И отпущенный. Сейчас уже без 24, просто на камеру не видно, но уже начинает темнеть, туман. Я уже собрался, будем ехать домой.
Еще 2 недели тепла у нас. Надеюсь, получится еще раз выбраться на открытые воды со спиннингом, половить. Общался с водолазом, который плыл с тем дедом на лодке. Крупной рыбы на русле почему-то нет. В коряжнике стоит тоже мелкий судачок, грамм по 200, по 300. Вот. Где крупная рыба, куда она ушла, непонятно. Судак-то понятно, он рыба такая, он перемещается постоянно, где-то в стаю сбился и стоит, может, на бровке, может, где-то или за белью ходит, за мелкой рыбкой. Но крупной рыбы нет. Получил массу удовольствия, отдохнул, надышался свежим воздухом. Ну а сейчас поедем домой. Всем, кто смотрел это видео, большое спасибо. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Буду рад общению. Все, всем пока, ни хвоста, ни чешуи. А мы поехали. We'll be right back.